Всем привет, привет! Вот и закончились праздники. Я вас поздравляю с праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Впереди у нас остался старый Новый год. Вот. Так что так вот, приходим в форму. Сегодня 9 января. Вчера мы приехали от родителей, ездили к родителям мужа. Кто не видел видео предыдущее, посмотрите, как мы провели весело новогодние каникулы, праздники. А сегодня уже пора в школу. Муж ушел с утра на работу в 7 утра. Вот. Мы сейчас с детьми перекупались. Будем собираться в школу. Нужно наводить порядок. Хотя 2 числа перед отъездом я наводила порядок и полы мыла, все складывала по местам, но кое-что все равно осталось. Вот сегодня мне нужно всю посуду поубирать, которую на новогодний стол ставили. Все по местам. Вот. Так что вот так вот, что у меня на глазах. Я купила себе вот такие патчи, нашла себе Skinline. Вот увидела у некоторых девочек, пользуются они. И я вот решила тоже попробовать, нашла в Ашане. Стоили они 87 рублей. За праздники я практически все их израсходовала. Они мне очень понравились. Так что, как только они у меня закончатся, я куплю себе обязательно еще. И вот сегодня я тоже положила их себе под глаза. Вот. Так что так, сейчас буду, приведу себя в порядок. Займусь уборкой. Надо в школу собраться, уже сказала. Погладить вещи. У нас, как всегда, осталось на последний день. Благо, что Костику к 2 часам в школу. Так что мы успеем все сделать. У нас с утра пошел опять снег. Так вот вам видно. Сильный снег идет. Кстати, на Новый год у нас тоже был снег. Давно такого не было. Снежный Новый год. Было тепло, красиво. Потом мы поехали в деревню. Это в области, в Ростовской. Приезжаем туда, а там снега нету, все растаяло. Вот, но благо, там буквально за 2 дня до нашего отъезда выпал отличный снег. Вообще была метель, такая пурга. Дети хоть успели покататься на санках, да мы тоже. Если вы видели предыдущее видео, то вы понимаете, о чем я. Если нет, то я ссылочку оставлю под видео, посмотрите. Вот. И сегодня опять метель, прям ветер сильный, метет сильно. И мороз сегодня обещали минус 7. Так что такая вот погодка зимняя. Вот. Ладно, пойду заниматься делами. Оставайтесь с нами. Будем вместе с вами наводить порядок после Нового года. Хотела вам показать, сколько у нас сладостей после праздников. Целый ящик, смотрите. Конфеты. Это еще плюс у детей подарки еще под елкой лежат. И вот здесь вот еще шоколадки, плитки. Так что так мы собирали. Мы ходили. У нас традиция, когда ездим к родителям на новогодние праздники, на Рождество мы ходим колядовать. Вот, и ходили дети отдельно, вот, и отдельно взрослые ходили тоже. И вот столько конфет насобирали. Это еще часть там съели. Вот, так что нам надолго хватит этих конфет, и под елкой еще там. Кстати, их надо будет тоже разобрать, посмотреть. Вот. Тут еще фрукты. И тут еще целая чашка фрукты, мандарины, апельсины, яблоки. Ну, не считая бананов. Это тоже то, что мы насобирали. Добрая традиция у нас такая. Вот, и плюс еще были деньги. Дети насобирали, мы тоже. Вот. Сейчас мне нужно вот это все посуду поубирать. Все на место. Тут еще тоже на этом столе много чего. Кушать, готовить. В общем, опять начинаются будни обычные. Сегодня, кстати, я встала в прекрасном настроении. Думала, что мне будет тяжело, но я в 7 часов как штык вскочила. У меня позитив такой. Надо все прибирать. Тем более у меня планы, я вам попозже расскажу. Вот после Нового года меня осенило кое-что сделать, но об этом чуть попозже. И поэтому я полна энергии. Новый год с чистого листа, все с новыми силами. Так что оставайтесь с нами. Продолжаю свою уборку и вернусь к теме, что я хотела сделать, переделать у себя в доме.
Я решила расхламить посуду наконец-таки. В Новый год я поняла, что мне некоторая посуда абсолютно не нужна. И не хочу ей пользоваться и доставать ее. Вот столько у меня посуды. Эта часть только. Сейчас покажу остальное. Тут в основном то, что пользуемся редко. Бокалы всякие. Вот у меня еще под вопросом вот эти кружечки маленькие. Но я не знаю, пока не буду от них избавляться. Вот сейчас покажу остальную посуду. Вот остальное. Внизу это то, что мы пользуемся постоянно. Тут немножко реже. Вот. И наверху тоже там несколько вазочек. Вот. И некоторая посуда, здесь кружки, они в мойке. Сейчас буду мыть. Вот. И хочу избавиться от советской посуды. Я на Новый год раньше пользовалась, и салатики складывала. Есть вот такая пластиковая, не знаю, отдам кому-нибудь, наверное. Елка. Так. Не хочется мне иметь такую посуду. Как-то удешевляет все. Вроде елка, и не хочу я. И советские вот такие вазы. Не знаю, кому-нибудь предложу, кто захочет. Нет, значит, просто отнесу на мусорку. И вот такие. Они вроде красивые, все, но, блин. Сейчас только современная посуда. У меня вот целый сервиз стоит, которым я редко пользуюсь. И не хочу вот эту посуду хранить просто. Вот. Пока что это все, но я думаю, что в процессе я еще, наверное, что-нибудь выброшу. Потому что не хочу держать такую посуду. Сейчас не те времена, чтобы беречь что-то такое ценное. Оно для меня ничего не значит, эта посуда. Поэтому я просто от нее избавлюсь и все. Напишите свое мнение на этот счет. Клееночку новую постелила, которую на Новый год покупали. Вот немножко обновить интерьер. Фрукты положила детям. Так что вот так вот. Обновляемся во всем в новом году. Полдня ничего не снимала, было некогда. Приготовила еды побольше. Сварила вот супчик с фрикадельками. Так, также приготовила вот такие тефтельки. Потушила и на гарнир пюре. Надеюсь, что на сегодня, на завтра хватит, хотя бы на 2 дня. Поубирала, все разобрала, постирала одну стирку. Сейчас включу вторую, уже у нас 4 часа. Костя в школе. Кирюша немножко поспал, сейчас проснулся, еще не встал. Мне сейчас надо помыть посуду и включить вторую стирку. Вот. В принципе, все. Потом к 6 часам пойдем за Костей в школу. Всем привет! Уже следующий день. Я уже с утра сбегала 9:30 в магазин. Купила муку. Вот такую. Скоро старый Новый год. У нас традиция делать вареники с сюрпризами. Поэтому купила муки. Наверное, завтра или послезавтра буду уже лепить. И хлеб. Также заскочила на почту. Забрала 4 посылки. Эти 2 не мои посылки, не буду вам показывать, что там, а эти мои. Так, я уже открыла. Сейчас посмотрим, что тут у нас пришло. Угу. Тут у нас пришел вот такой вот карандаш для губ. Целенький, ничего с ним не случилось. Дороги. Я уже такой заказывала, мне понравился. Вот я повторила свой заказ. Такой вот карандашик. Копейки стоит, уже не помню. Так, и здесь у нас... Что здесь у нас? Так. Здесь у нас кисточка вот такая для нанесения масок. У меня есть такая уже, но она такая уже в плохом состоянии. Я заказала себе новую. Мне они очень нравятся, тоже стоят копейки. Вот, вообще-то я эти посылки ждала до Нового года. Мне еще не все пришло. Я заказывала, знаете, когда 11.11 была распродажа на Алиэкспресс, я заказывала вот эти 2 товара и еще 2 посылки мне вам должно прийти. Вот. И 2 из них были новогодние. Вот они до сих пор ко мне не пришли. Уже Новый год прошел, все праздники прошли.
Надеюсь, что все-таки придет, и я вам покажу, что там пришло, и воспользуемся уже тогда на следующий год этими товарами. Так что так я довольна. Карандаш целый, кисточка тоже. Так что вот так вот. Все, сейчас будем с Костей учить уроки и заниматься домашними делами. Привет. 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 Обедать будем? Да. А что вы будете обедать? А что есть? Суп с фрикадельками и пюре с тефтелями. Я буду пюре с тефтелями. А я посыпаю. Просто пюре без ничего? Да. Ну хорошо. У кого? Будем обедать. Елку мы еще не убирали. Потом будем убирать после старого Нового года, наверное. Нет. Так что будем обедать. Так, сейчас будем обедать. Сначала детей накормим, потом сама буду есть. Так, достаем. Сейчас обедать.